Осенью 2014 года к нам обратилась организация НИИ Арктики и Антарктики с просьбой помочь им сделать разъездной катер для судна «Профессор Логачев». Был выбран катер фирмы «Мобиль Групп» «Буревестник 570». Он является абсолютно непотопляемым, благодаря заполненному вспененным материалом междудонному пространству и вспененному борту, который при любых повреждениях сохраняет плавучесть, равную водоизмещению катера с экипажем. До этого мы можем распилить его пополам, и он все равно будет плавать на воде и не утонет. Они обладают великолепной схожестью на волну, очень мягкой способностью проходить волну благодаря глубоким V-образным обводам в носу. И при этом прекрасно держатся при любых манипуляциях на волне, поворотах, не позволяя экипажу чувствовать себя дискомфортно во время маневров. Судно оснащено мини-рулевой колонкой, которая позволяет с помощью штурвала менять направление хода, разворачиваться, ходить задним ходом. Короче, не ограничено в манипуляциях.